Я не знаю, какие слова подобрать, друзья, чтобы описать вот эту ситуацию. Почему? Но почему мы настолько равнодушно проходим мимо чужой жизни, мимо искалеченного существа, которое испытывает такую же самую боль, как мы с вами? Что с нами случилось, люди? Что с нами случилось? В преддверии праздника какой-то идиот ударил, искалечил, отбросил в сторону чужую жизнь. А сколько равнодушных просто едет мимо, глядя по сторонам. Ну, заметил собаку лежащую, ну и что? Ну, поехал дальше. Я не знаю, что сказать. Я не знаю, я просто увидела это фото, я просто представила себе, что испытывает этот зверь сейчас, лежа один в этой степи, на этом леденящем, обжигающем ветру. Что он испытывает, ребят? Учитывая, какая дикая боль, когда ты переломан. Ну почему мне больно, а другим? Ну люди мы или нет, что с нами происходит? Ну все, доехали до клиники. Сейчас будем делать рентген. Вот. Малыш уже потихонечку проснулся. Ну все, собачку поместили в стационар. Клиника Альтаир на Московской. Вот. Перелом таза. Снимки травматологу отправили. Завтра Новый год. Я безумно счастлива, что отозвался Дмитрий. И поехал. И помог. И довез. И мой низкий поклон Дмитрию Середа. Огромное, искреннее, самое человечное спасибо. Не просто чудесный врач, но и замечательный человек. Дима, милый, огромное тебе спасибо. Спасибо за то, что помогаешь, за то, что отзываешься. Я искренне благодарю тебя, мой золотой. И уважаю не только как врача, уважаю как мужчину, как человека. Благослови Бог всю твою семью. Спасибо за то, что ты спас Таноса.